отделение. Планово управление. Группа документирования противоправных действий. Человек продолжает штурмовать территориальную избирательную комиссию. Покрышки, камни, палки с целью нанести телесные повреждения сотрудникам милиции. Старшего группы резерва идет блокирование правонарушителей. Мы требуем убрать старую власть, честную, открытую, честной власти, свободу нашим мужьям, свободу людям, которые за честность. Милиция с народом! Милиция с народом! Милиция с народом! Покажите наш счет! Мы требуем... Мы еще раз подчеркиваем, что милиция Донецкой области готова к будь каким действиям, которые могут дестабилизировать ситуацию на территории Донецкой области. А кто были те, кто митинговал, нападающие? И самое взяли? Главное, чего хотели. Сводный отряд сотрудников тетушек. Ясно. А где вы их набрали? Это... Всех подразделений органов внутренних дел Донецкой области. Это что кардинально поменялось действие сотрудников милиции по сравнению с донецкими событиями весны прошлого года? Можно сказать, что милиция, если вы видите, уже совсем другие люди. Теперь они знают, что может быть, если они займут какую-то нейтральную позицию. Будет хаос, будет беспорядок. Поэтому они готовы, еще раз повторяюсь, к проведению таких мероприятий, противодействия, дестабилизации ситуации.